Так, сумочка для снаряжения, ну и для трофеев, для рыбы. КФ-70, длина 70, ширина 30, высота 30. Сумка из ПВХ, имеет герметичное дно. Шовчики все прошиты, подклеены. Все законцовано аккуратненько. Молния витая десятка не высыпается. Дно герметичное. Материал не пробивают ни судаки, ни скорпены, ни какие другие. Фурнитура пластиковая, съемная, то есть лямки снимаются, регулируются. Ваша машина будет всегда чистенькой. Вмещается весь комплект снаряги, кроме ласт. Ну, хотя и ласт 60 сантиметров тоже влезет. Такая сумочка. И черный вариантик тоже присутствует.